Героев спорта на перроне встречают журналисты, общественники и областной замминистра спорта. Лидия Рогожинская много сделала для успеха пара сноубордистов. Чемпионы будут получать губернаторскую стипендию, уже сейчас бесплатно тренируются на горнолыжном склоне и выступают на соревнованиях. Самарский дух, да, сила воли, да, таких спортсменов, она всем известна, в принципе. Но мы понимаем, что это у них не первый старт, да, с которым они столкнулись, но первая такая тяжелая трасса и первое серьезное испытание — чемпионат России. И тем весомее медали, всех достоинств, золото и серебро и бронза. Поэтому я хотела бы сказать спортсменам, да, и тренерам огромное спасибо. Сергей Новиков теперь член сборной страны по пара-сноуборду. На чемпионате России завоевал две медали – серебряную в слаломе и золотую в кроссе. В финальном заезде получилось так, что соперник меня обошел. У меня были проблемы с протезом, и меня просто выдернуло из протеза, и в конечном итоге я отстал. Но решил догонять, включил максимальную скорость, грубо говоря, просто-напросто догнал соперника, обогнал практически на финише. Бронзовая медаль в упорной борьбе досталась Константину Ганечкину. И это при том, что он первый раз участвовал в соревнованиях по пара-сноуборду вообще. До этого он занимался плаванием. Интересно, но тяжело. То есть даже я со своей спортивной подготовкой, прям с трудом, скажем так, добился этого результата. Самарские пара-сноубордисты не были готовы к крутым склонам Миасса Челябинской области. В Самаре они катались по более пологим трассам. Поэтому полный комплект медалей, завоеванный на чемпионате страны, для спортсменов и тренеров дороже втройне. Когда там летят искры от протезов, это, конечно, там слезы выбивают из глаз. Это, конечно, сильно. Это сильно мотивирует нас, тренеров, людей остальных. И вот в этой такой битве, ну, практически киборгов, вот происходили вот эти события. Но это был, конечно, настоящий бой такой спортивный. Самарские спортсмены прошли в Миассе огонь, воду и медные трубы. Эксперты в один голос утверждают, трасса рассчитана на здоровых и высококлассных мастеров спорта. Чего только стоит слалом и кросс. Они уровня Кубка мира. Но самарским пара-сноубордистам покорились все трудности, и они приехали на финиш чемпионами и призерами России. Герои спорта уверены, теперь им все турниры по плечу. Сергей Кизоркин, «События».